Хиллари Дафф примерила образ в духе 70-х годов автор 606. 2019 Хиллари Дафф решила разнообразить свой стиль и примерила образ в духе 70-х годов. Актриса опубликовала в социальной сети снимок, на котором позировала с новой укладкой платья, которые отлично передали дух эпохи. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Сейчас в жизни Хиллари Дафф очень насыщенный событиями период, закончились съемки продолжения сериала «Юны», в котором актриса исполнила главную роль, состоялась помолвка с Мэттью Комой, наконец, как логическое завершение цепочки стал новый образ. Девушка опубликовала снимки, на которых примерила образ 70-х годов с новой прической и ярким нарядом с цветочным принтом. Возможно, Хиллари вдохновилась на такой бьюти-эксперимент после съемок в фильме «Призраки Шэрон Тейт», в котором сыграла роль покойной актрисы. Стилисты сделали ей укладку в духе той эпохи. Изюминкой прически стали завитые локоны, которые создавали иллюзию наличия челки. Лето 70-х так коротко подписала свой пост актрисы и поблагодарила стилиста за помощь в создании образа. Поклонники сразу же принялись комментировать публикацию и засыпать ее лайками. Сейчас под постом собралось уже более 647 тысяч отметок «нравится», а это говорит о том, что фанаты просто в восторге от преображения звезды. Королева 70-х просто огонь. Ты невероятная, волосы супер, наряд супер, все супер. Вау, как отличается от того, что мы видели раньше, почти 4000 восторженных комментариев оставили подписчики под фото. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.